Значит, развить силу воли или то, что под ней понималось в XIX веке, конечно, до известной степени можно. Для этого не надо лежать на гвоздях, есть червяков и там зимой ходить в сандалях. Упаси Бог, не нужно делать всякие глупости, которые повышают вашу доминантность, вызывают уважение у девушек, но никакого смысла к реальной воле не имеет. Попробуйте сделать что-нибудь позитивное, разумное. Попробуйте как следует выучить уроки или подготовиться к экзаменам. Вы увидите, как это сложно. Тут же захочется есть, пить, спать, помогать маме, убирать посуду, копаться в огороде, 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 копаться в огороде и прочее, прочее. Сходить в магазин, сделать все, что угодно, только бы не заниматься интеллектуальным трудом.